Вот это место, где кормят дельфинов. И после того, как мы покормим дельфинов, вот тут специально стоит кран, жидкое мыло и полотенце. С тем, чтобы ручки помыть, мало ли кто-то, может быть, боится зацепить от дельфина какую-нибудь ерунду. Это Сиворл. Вот это место, где кормят дельфинов. Вы покупаете корм. Мы покупать корм не будем сейчас. И вот люди покупают корм и кормят дельфинчиков вот таким вот образом. Так они рты раздевают. Ой, мои хорошие. Ой, как же они, боже, какие же они нежные. Ну до чего же они нежные. Это же, ну мы вам заодно покажем и маленькое представление, коль вы нас уже кормите, мы уже вам попляшем, мы уже вам потанцуем, мы уже вам покажем всю нашу красоту. Мои пташки. Ой, какой хороший такой. Ну дай же мне что-нибудь, ну дай же мне что-нибудь. Тут не разрешают кормить, чем попало, тут можно кормить только корм, который можно купить здесь. Это вот, по всей видимости, рыбки, я так поняла, что это маленькие рыбки. Моя солнышко. Ты мое солнышко. Вон как они с людьми контактируют. Не боятся. Она... Оп-оп-оп. Мужчина подошел, говорит, не трогайте. Прямо руку в рот не вставляешь. Вон что делает. Вон что он делает. Погладьте мне спиночку. Ты моя солнышко. Ты моя курочка. Боже, какие будут. Какие же они умнички! Да какие же они умнички! Вон они что творят! А, красотулечки вы мои! А, какие хорошие! Мои пташечки! Ну, иди сюда! Иди, мы тебя погладим! Скорее! Ах, какие хорошие. Я лоблю. Видно, рыбу не дали. Белка вот. Вон он трещит. Вон он что делает. Танцует. Мои куколочки. И я тоже могу его достать ручкой. Ах, мои хорошие. Ну, правда же говорят, что дельфины, возможно, даже мозг у них более сильный, чем у людей. Ну, нам, наверное, этого никогда не понять. Мои красавицы. Сейчас приведут еще новую группу. Эта группа уже все скормила, сейчас придет другая группа. Посмотрим. И они говорят, пожалуйста, мойте свои руки. Ну, это с тем, что потом не было проблем, мало ли что-то там, я думаю, подать искали. Спасибо, что пришли. Сейчас следующая группа заходит. И вот сейчас посмотрим, как они себя будут вести с другой группой. Какие классные. Они уже ждут. Иди, я тебя поглажу. Иди, мой мальчик, скорей. Иди сюда. Скорей. А эти умненькие, а эти знают, что сейчас придет еще одна группа. Иди сюда. Иди, моя солнышко, иди скорей. Иди скорей. Видите, как это холодненько. Приятненько, несмотря на то, что на улице очень жарко. Вот новая группа идет, они уже знают, вот оно. Ай, моя ты умница. Ты ж моя умница. Они просто играют с нами. Вот они идут. Thank you.
давайте, давайте. Пошел, облил, облил, пошел толпу облил. Как здорово, слушай, какая-то сказка. Это просто сказка невероятная. Как я люблю Флориду. Опа! Вот так вот они как играют. Вот, пока никого людей нет, они нам сейчас покажут, что они умеют. Выглядывают, выглядывают. Сейчас посмотрим реакцию. Пошли на воду. Сейчас посмотрим реакцию на людей. Так, а следующая партия людей идет, кормильщиков. Вон они что делают, вон они что делают. Надо тоже пойти, надо купить. Надо купить корм и покормить. Вон они, люди идут, уже с едой. Сейчас посмотрим, что сейчас начнется. Вот, вот уже первые видео, люди подходят. И вот тут уже видео. И так, они сейчас все сбегутся. Я первый, я первый, я первый, я первый. Вот так вот люди подходят. Сейчас их подводят, дадут им указания, как правильно их кормить. И дворе раздолье. I love you, Sophie! Она кричит, я люблю вас, дельфины. Девчушка, вон поехали на этой горке кататься. Вот прямо подошел сюда, как он почувствовал. Девочка, я вас люблю, он прям улыбнулся ей. Ваши камеры могут забрызгать, чтобы не было проблем, чтобы не было вопросов. Очень-очень важно. Уберите в руки бумажные подносики, на котором прыгали. Вот так вот радуются. Вот. Вот они. You are going to take out one fish at a time and hold it nice and low to the water. If you hold it up high in the air, there's a good chance the birds will get it. It's also unsafe for the dolphins. They can't really reach it up there. So you want to hold it nice and low to the water where they can reach it easily. If you drop that fish on the ground, go ahead and let us know. Она говорит, вы кормите, каждый кормит только одного дельфина. Поднимайте руку выше, высоко снизу и бросайте с высоты корм. Вот она. А там погоня, гоняют. Quickly drop the fish inside of their mouth if they need. They're good places to touch on the animals, the sides of their body and their back, but we do have to guys only one area on the animals, and that's the top of their head. My the lower area is a pretty sensitive area on the dolphins, so we do avoid reaching out to them. The last thing is to talk
Their pictures are taken at random, but they take pictures of you. They're going to give you a little white paper. Вот они уже знают вторых коллеги. Им сказали поднимать руку высоко, чтобы они, чтобы заставить их подпрыгнуть, выйти из воды, как бы. И мои деточки, как будто в роддоме детки лежат с этими мертвыми и плачут.